И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на Генезисе 2. И сегодня мы пойдем. Честно, я когда сел записываю, думаю, а что же мне делать? Дельфина томить, Ноглина пытаться вызвать. Ну, то есть перезапустить диносов и вызвать тем самым Ноглинов. Точнее, чтобы они заспавнились, или же все-таки пойти по миссии. Да, если ты играешь на Генезисе 2 и на Генезисе 1 и не знаешь, что делать, иди по миссии. Ну, а на обычных картах иди в пещеру за артефактами. Как-то так. Короче, звездокрылый удар. В целом ничего я не делал за кадром. Ну, прям вообще ничего. Ну, только там вот, яйца собрал в яйца там сборщика и пару раз завалил этого, чтобы этот... чтобы сырое первосортное мясо добыть. Готовлюсь к выведению идеального тенегрива, ну, в том плане, что стопроцентного. Ой, ладно. Чё? А нет, это вроде бы... Когда желтый, это значок... точнее, этот столб означает, что там сульфурный биом. Да. Белый — это амбровый биом. Ну, это я чё запомнил. Так, миссия. Если не ошибаюсь, такой бирюзовый цвет, ну вот как вот это вот, видите, да, вот все, только ярко-светлое. Цвет пыльцы этого элемента, пыли, это, собственно, элементальная пыль. Вроде бы так, но это не точно. Не надо мне верить, я могу и набрать. Проверяйте всю информацию сами. Подключаемся, короче, к симуляции. Погнали! Так. Все, я понял. Я сначала так думаю, в смысле, я что, запустил ту же самую миссию? Потом смотрю, нет, звездокрылый удар. А потом отчет до начала гонки. Ну понятно, в общем, это тот же самый дельфинчик, только гонка. Ой, фу ты, господи. Ну отлично. Погнали. Без понятия, что из этого у меня выйдет. Да ёб твою ж за ногу. А, взорви эту дверь! Ёб твою ж за ногу. Такс. Ай. Вот внутри помещения, когда падают камешки, это вообще непонятно. А, блин, вперед-то надо жать. Чё я туплю? Воп. Так, погоди, я, наверное, медленнее лечу, когда... Ага, вот. Пиу. Да в смысле? А, вверх. Я не понял, как стрелять. А, наверное, гранату нужно было пускать. Ё-моё, а ты лететь? Надо было на shift еще жать. Вот вверх он вообще не хотел лететь по-нормальному. И shift сейчас что-то у меня не жался. А раньше не могу сказать. Про взорви дверь. Ёп твою ж за ногу. Бедный дельфинчик. Ладно, половина хп еще есть.
Ой, что, время что ли кончается? Да ты что, серьезно что ли? А, это где ж ты? Потерялся у меня на экране. Да ёб твою ж за ногу. Попробую бочку, отличный прием. Спасибо! Я знаю! Не, вперед он не может грацевать. Не, shift, короче, вообще никак не срабатывает. А-а-а! Твою ж... В смысле, это что сейчас было? Запустила, она, короче, от нее отрикошетила. Что это было сейчас такое? А как это? Так, короче, ну все в жопу, давай сначала. Во-первых, я нифига не понял, что делать. Во-вторых, когда я просто ударился в стенку, меня куда-то отшвырнуло, мне начало писать, что я что-то лечу не туда. Ой, короче, дурдом какой-то начался, поэтому легче было перезапустить уже, так сказать, с немножечко со смысленным. Вот! И какого хрена это было? Вот, вот, объясните мне. Я, получается, запускаю гранату в нее, в дверь, она отскакивает от двери. И что мне делать нужно было? Так, не. Давай, короче, я сначала начну. Мне нужно разобраться, как это говно работает. Я не знаю, какой раз уже запускаю, но немножко о тупости вот этого всего. Если нажать назад, то мы перемещаемся, как бы смотрим назад. Понимаешь? При всем при этом управление... сбивается только если я шевельну мышкой или он в что-то врежется, понимаешь? Это настолько тупо избивает, вперед жму, неважно, а вот мышка начинает двигать, он начинает сбиваться. До сих пор я не понял, как это говно открывать. Я в это врезаюсь просто и прохожу сквозь. И вообще в целом непонятно, что как-то где. Кстати, вперед жать вообще не обязательно. Он сам летит. То есть, как бы я вроде бы и жму, но лучше не жать, потому что ты по рефлексу пытаешься нажать назад. И, ну, вы уже поняли, что происходит. Может, нужно стрелять по этой... Черт ее знает. Но я точно могу сказать, лучше на кнопки вообще нафиг не жать. Ну, ладно. Кроме вот таких моментов, когда нужно запустить бочку. И не терять прицел. Потому что это будет жопа полная. Нахрена гранаты мне нужны? Вот скажите мне, нахрена мне нужны были гранаты, если бы я два раза стрельнул, дверь открылась? Причем супер вот этим заряженным чарджем стреляешь, она не... О, господи, я сейчас просто решил проверить. Пью-пью сделать по двери. Она открылась. Я вроде даже с одного попадания открылась, я не знаю. Я стрельнул два раза. Она открылась. Какого черта? Игра. Зачем нужны... Зачем нужно называть? Взорви эту дверь. Стрельни в дверь. Подстрели дверь на крайняк уж совсем, если сделать тупой перевод. Но не взорви, взорви это гранатой. Не, я сейчас спокойный. Знаете почему? Меня до этого так бомбило, что я сейчас спокойный, прям пью просто. Воу! Ой, это прям невозможно описать словами. Насколько же это все-таки... Тупо сейчас не знаю, почему я врезался, но... А, ну я понял тебя, а в чем? Те же перекладины еще есть. Ай, да пошел. Он, получается, когда врезается, он немножко стопается. Во, два раза, пиу-пиу! Зачем? Зачем? Нужно писать, взорви, когда нужно сделать пиу-пиу по двери.
Кто вы за люди такие, которые переводили, чтоб вымыкалось? What the fuck? Вот что сейчас было не так? Ну ладно, второй раз я уже понял, почему у меня первый раз откатило. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну да, еще управление бы понять, ну вообще было бы хорошо. Точнее, не терять вот эту вот мышку, вообще был бы кайф. Я ее постоянно теряю. Сейчас будет прикол, если я еще и пройду, короче, гамму. Но я думаю, я не пройду, потому что я просто... Тут уже столько понасобирал всего. Особенно вот это я... Пиу-пиу-пиу, мазафака! Уу! Нет никого быстрее тебя! Ты лучший в симуляции! Ой-ой-ой-ой-ой! Я удивлен! Скажем так, я очень удивлен, что вот это вот все я еще и прошел. Седло на Кастрыдес, ну, допустим. То есть, ну, это миссия из разряда миссия такая прям, чисто только ради эффекта. Вот это вот, и все. Я удивлен, что я прошел эту миссию. Ладно, я... Конечно, до сих пор еще в шоке от того, как эта миссия, я до сих пор не понимаю, что, как, где. Но прошел, и слава богу, погнали на гамму. Блин, ну... Все-таки, блин, не понимаю, зачем говорить «взорви»? Пиу-пиу сделали, было достаточно. Не, я, конечно, туплю, потому что у меня уже, можно так сказать, ночь. И голова не соображает. А снимать серии нужно. Ну, блин! Ну блин, я пытался ее взорвать, понимаешь? Вот сейчас я кругляш проехал, желтый, и чё? Он не сработал. Ладно, здесь у нас получается просто времени меньше. Нет, дверь точно так же взрывается за два. Вот эти моменты меня бесят. Когда дельфин уходит просто-напросто за экран. От первого лица, кстати, я не могу поставить. Ну чё мне тут взрывать, вы тупые? Так, давай, короче, сделаем вот так вот. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Будем все взрывать. Ай, ты же застопорился. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Не, вдруг еще что-то можно подрывать здесь. А? А мы не знаем. Ай, надо вот эти красненькие, короче, это, обходить. Ну, короче, стану этот обходить! Я прям в него сейчас влетел. Вышел за поворот, называется. Ой-ой-ой-ой-ой, пиу-пиу. А раньше сказать не могла? Но только говоришь, когда не нужно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вау! Вот, кстати, я не понимаю, почему иногда они красным светятся. Я типа их прохожу, но они светятся красным. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот камера ядрит тебя в сраку. Ты чё творишь? Вы сейчас видели, он просто в бок сдвинулся и все. Ненавижу, когда вот так камера не центруется. Но смотрите, у меня ХП уже в правом верхнем углу. У меня уже очень плохо. И я, возможно... Ай, да ну нафиг. Я, возможно, альфа просто не смогу пройти. Даю. Такс. Офигеть. Я прошел эти вентиляторы! И не врезался. Это было тогда, но не сейчас. О, слушай, это хорошая мысль. Пиу-пиу-пиу-пиу! Мазафака! Стрелять надо просто пораньше начинать, я понял. Надо начинать стрелять заранее. Сейчас здесь застопорюсь, врежусь обязательно. Ну... О, сейчас не зацепился. Кто-нибудь мне объяснит, сейчас какого хрена это было? Меня просто ты пхнул назад и все.
И я из-за этого, у меня навигация вся сбилась, моя последняя. Не, это... Это даже если взять Genesis 2, Genesis 1, это самая худшая гонка, вот честно. Это даже не гонка, это... Не знаю... Это даже гонка не назвать, это прям тяжело. Ты, во-первых... Это как... игра на Sega... Есть такая супер... Ой, господи. Просто Соник. Ну, любой Соник взять. И суть в том, что поначалу ты вот это вот быстро, все дела. А потом, чем последний уровень начинается, и ты начинаешь медленно. То есть, чем ты быстрее спешишь, тем хуже ты играешь. И вот здесь то же самое. Это называется гонка. Но здесь нужно двигаться, как черепаха. Тебе дают времени дофига и говорят, братан, не спеши. А ты такой, гонка. И еще очень неудобно управлять дельфином. То есть я не могу, я этот долбанный прицел постоянно теряю. Вот этот прицел постоянно теряю. А еще он не центруется, и мне это очень неудобно. Да, это мои личные как бы проблемы, это я прекрасно понимаю, но... Это прям очень удобно, я не понимаю, в чем прикол. Но я постоянно теряю прицел. Возможно, из-за того, что это не центровка. То есть он идет не по центру экрана, и. Ну, я как бы привыкший, что всегда по центру экрана, все дела, это очень даже удобно. Ну а вот тут, как бы, вот такая вот беда. Ты смотри-ка, вроде бы даже иду хорошо. Ой, не туда. Ай, прям по центру. Ну ладно, вроде до этого разогнался, нормально, хоть не сильно застопорился. Надо входить в эти повороты и сразу же стрелять заранее. Для чего? Ну а вдруг за поворотом двери и она не успеет открыться? Вот, как, к примеру, здесь. Ну, там была, я помню, дверь поближе. Слушай, а вот держать всегда ближе к центру и давать ему самому двигаться, это норм тема. Сказал я и врезался. Но... Ой-ой-ой, дверь, отлично. Я из-за этого размытия. Вот, не дав... Просто надо не самому нырять, а давать ему самому нырнуть. Он же сам будет нырять. Вот вверх, вниз, вот... Не, ну, кстати, вот здесь нужно было поворачивать. Фиг поймешь. Когда это работает, когда это не работает. Но! А ёп, ты уж заново. Try a barrel roll. That's a neat trick. Вау! Офигеть! Я сам удивлен, как я хорошо иду, еще бы не лагало, бы вообще было бы хорошо, я бы сейчас бы не ударился. То есть ты здесь вообще не бежишь, ты просто вот так вот... То есть это вот как рисовать мышкой. Вы когда-нибудь пробовали в Paint, в Photoshop, неважно где, рисовать мышкой? То есть вот любое резкое движение, и у тебя будет кривая линия. Вот здесь ты рисуешь мышкой. То есть здесь тебе нужно прям аккуратненько, потихонечку выводить движение. Потому что по-другому ты нафиг что-то врезаешься. Ужасно. Ужасно. У меня руки-крюки, я же так не умею делать. А ёб твою за ногу. Неплохой пилот. Да мой дельфин сейчас разобьется. Не зацепил. Дверь, стреляй, пожалуйста. Да ладно! Да ну нафиг! Это... неописуемо. Так, и что я тут получил? Еще Кастаридес и Аргентавис. Ну да, еще и зеленый. Просто оба зеленых за... Бэтку. Да уж, такой себе. Ай, что качнуть?
стойкость, вот это точно нужно качнуть, потому что что-то у меня 250 маловато, и это я уже понял. 151 левел я получил, 151, кстати, надо будет сбросить и все-таки стойкость вернуть, а хотя бы полтос хп скинуть. Лишнее хп, а вот стойкости не хватает. Так, ну что, давай попробуем альфу. Если не получится сейчас с первого раза, то я попробую за кадром ее пройти. Не получится, ну и фиг с ней. Ну вот так вот. Решим на этом. Один раз попробуем именно вот на камеру, ну посмотрим, что там вообще из этого выйдет, что сколько времени дают. Вообще в целом здесь запасом. Время прям дают реальным запасом. Самое главное аккуратно это все дело вести. То есть вот. Вот это вот от прицелом очень аккуратно вести. Это самое главное. Я думаю, на альфе я просто буду больше урона получать. И это будет основная проблема. Поймать, нифига себе, чуть-чуть не врезался. И не терять прицел. То есть держать его всегда ближе к центру. Не терять прицел. И не выводить слишком далеко в край. Я думаю, у меня все получится. Ой-ой-ой. Где здесь? Не здесь? Значит, вот здесь будет сейчас дверь. По идее. Нет. Я жду дверь за каждым поворотом, короче. Все. Ничего не знаю. Ай-яй-яй. Оп. Да, я дождался тебя. Не, я пытался взять, конечно, но фиг с ним. Не будем сильно рисковать. Ой-ой-ой-ой, вот это вот размытие. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Фу, вовремя заметил. Так, вот здесь надо приподнимать, все правильно. И пошли турбинки. Вот с турбинками вообще самая жопошная жопа. Кстати, если что, я сейчас вообще вперед не жму. Я чисто доверился игре. Ай, факин, мазафакин. Не подлагала бы, я бы успел бы в два раза прокликать. Да ёб твою за ногу. Но там просто вариантов уже не было. Ой-ой-ой, так мало хп. Да ёб твою ж серьезно, еще и прям в меня. Что-то такая музыка напряженная, короче, в плейлисте. Пошло! Это все музыка из Арка, если что. Из Генезиса 2, даже если не ошибаюсь. У меня в плейлисте играет. Но она такая была напряженная в этот момент! Да ёп! Я просто разбился. Фух. Ну ладно, что, разбился так разбился. Попробуем пройти. Вот мне не показалось. Не хватает одного, я один не собрал. Но это, во-первых, альфа, во-вторых, финиш. В-третьих, сейчас был такой тупость. Включаю видео. Решил посмотреть в интернете. А что будет? Ну, может, мало ли? Так, ну-ка. Да, точно, отлично. Где наши лавры? Запускается видос, где написано типа как пройти альфа и все в таком духе. И какой-то пиндос, в смысле америкос, проходит это говно. Я на гамме врезался меньше, чем он на альфе. Я сначала думал, у него просто стоит чит на бессмертие.
У него просто полоска ХП не отнималась у дельфина вообще. Он просто сносил все на своем пути. У него полоска ни капли не отнималась. Я такой смотрю, думаю, просто мне аж самому отвратительно и противно на все это смотреть. А он такой типа: ой, самое главное это аккуратно двигаться. Вот это вот и все просто на одно собирает, на второе собирает. Просто в пропеллер во все, короче, врезается. Там, где надо резко поворачивать, там, ну, то есть прям резко в бок делать поворот, он просто посередине врезается в стенку. Я такой смотрю: да ёб твою ж за ногу. Ставил дизлайк. Смотрю в комментарии, такой понимаю, что я не один такой, там просто, да ты, типа, дебил, да ты выключи вот эту вот подкрутку на ХП. Понятное дело, все по-английски пишут. Типа, ой, как же это здорово с подкруткой на ХП проходить, альфа. И все в таком духе, я думаю, ну господи, не я один такой, который заметил это говно и его это бесит. После этого я собрался и с первого раза прошел. Самое противное, кстати, что мне тут дали, Югона Донатс внизу, ну такое себе, короче. Самое противное, это когда ты поднимаешься наверх, и на тебя падают астероиды. Вот там я поначалу, в большую часть, я терял хп там, очень много терял хп там. Это прям было очень тупо. Да, это самый сложный был момент. И второй момент. То есть ты летишь, ты видишь, что еще до луча далеко, но ты в него уже врезаешься. Второй момент. Луч может пройти сквозь тебя, прям видно, что он сквозь тебя проходит, а ты его не зацепил. Потому что игра... То есть считает, что немножечко это по-другому все это расположено. Ну и тут единственное, что остается, смириться. Подпривыкнуть немножечко к тому, что считает игра. Как она это считает, и пройти альфа. Альфа пройти легко. Но надо немножечко отдохнуть от игры, я бы так сказал. То есть у меня сейчас получилось, не получалось. Отдохнул и сразу же получилось. То есть я подпривык к правилам этой карты. Потом отдохнул и уже прошел. Только так. Потому что сразу это просто прям бесило неимоверно. Ну и что немаловажно, бесило это ты летишь, а ты уже врезался. Ты летишь, а ты уже тебя луч зацепил. Ну вот. А так в целом... Все еще самая нелепая гонка. Самая медленная гонка на обоих генезисах. Что на первом, что на втором. Очень медленная. Да не знаю, но на дудохах была бы гонка и то быстрее, чем на дельфинах. Но здесь слишком замудренное. Здесь слишком было все замудренное. Ну ладно. Самое главное, что прошли. Прошли. А это главное. Ну а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно, делиться моими видео с своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добра. Всем пока.